Здравствуйте еще раз. Вот я демонстрировал зарядное солнечно-зарядное устройство, на как работает солнечно-зарядное устройство для мобильных телефонов на вот как бы обычном телефоне. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как работает солнечно-зарядное устройство с смартфоном, который достаточно мощный, с батарейкой 1,6 мАч. Вот. Опять же, погода достаточно мерзкая, идет дождь, пасмурно, солнца нет вообще, в принципе. Вот, и мы сейчас как бы посмотрим, как это все при такой погоде будет работать. Я вот установил панельку, пока не придумал, как ее повесить, и поэтому просто установил ее таким вот образом, на, ну, чтобы она была направлена как бы туда вот немножко на улицу по каким-то там углом. Вот я подсоединил, соответственно, шнурок. И вот давайте теперь посмотрим. Подключаем шнурок к смартфону и ждем. Смотрите, зарядка пошла. Идет зарядка. Вот, собственно говоря, и все. То есть можно констатировать то, что другой вопрос, насколько быстро она будет, как быстро она будет заряжаться, это уже другой как бы вопрос. Но сам факт, то, что зарядка идет, это говорит уже о многом. Тем более, что сейчас полное отсутствие солнца. Я надеюсь, что при солнечном дне зарядка будет осуществляться значительно быстрее. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Внизу есть ссылочка для покупки вот этого чудесного зарядного устройства.